Всем привет и слава Украине! Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гил Абасадзе, и сегодня у нас разговор с хорошо знакомым и любимым нами Юрием Федоровым. Здравствуйте, Юрий, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Гела. Я уж как рад вас видеть. Юрий, ну, было бы странно, если бы мы не поговорили о главном информационном, скажем так, событии этой недели. Это статьи, а потом интервью командующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Интервью, скажу так, многие по-разному восприняли это интервью, но многие весьма и весьма печально, пессимистично. Но он сказал, что война превращается в позиционную войну и войну на истощение, а это, по его мнению, играет на руку России и позволит ей восстановить силы и вновь угрожать существованию Украины. Что думаете по этому поводу? Прежде всего, давайте попробуем ответить на вопрос, кому адресована была эта статья. Ну, там было два материала, значит, собственно, колонка Залужного, написанная им самим, и его интервью «Экономисту». Они были параллельно, но одновременно опубликованы. Просто потому, что иногда возникают, кстати, разночтения, о чем идет речь, о колонке, о статье или об интервью. Значит, вот было два материала. Но это уже фактическая сторона дела, которая на самом деле имеет очень небольшое значение. Значит, что сказал Залужный? Он сказал то, что, видимо, должен был сказать в данной ситуации, той ситуации, которая сложилась на фронте, командующий вооруженными силами Украины, отвечающий за ситуацию на фронте, за действия армии Украины, и, соответственно, дать свою оценку тому, что происходит. А происходит следующее. И в этом смысле спорить с Залужным или говорить, что он не прав, или как-то пытаться поставить под сомнение его слова, значит, ни та, ни другая сторона, говорит Залужный, ситуация напоминает Первую мировую войну, ни та, ни другая сторона не может решить вопрос в свою пользу, решить вопрос с наступлением, там, с переломом на фронте. Ну и это позиционная война, которая вот становится очень вероятной, она не в пользу Украины, потому что у Украины меньше ресурсов человеческих, экономических и так далее. Соответственно, он сказал, что да, позиционная война приведет к тому, что будут исчерпаны ресурсы Украины, примерно так. И для того, чтобы выйти из этого тупика, он говорит о тупике, необходимо, значит, получить определенные вооружения, как то авиацию, там, средства радиоэлектронной борьбы и так далее и тому подобное. Это уже детали военные, которые на самом деле очень важны, но дело, в общем, не в этих военных деталях, не в типологии, не в номенклатуре вооружений, которые с точки зрения Залужного требуются. Но главное заключается в том, что эту статью интерпретируют как, его высказывание интерпретируют как новость, как признание того, что Украина потерпела стратегическое поражение. Вот тут я бы хотел сразу сказать, что я категорически с этим не согласен. Речь не может идти о том, что Украина потерпела поражение. А просто по следующим причинам. Первое. Украина выдержала удар российской военной машины, причем превосходящей вооруженные силы Украины практически по всем параметрам. Украина остановила продвижение российских войск. Сейчас, несмотря на отчаянные усилия, которые на некоторых направлениях
русские предпринимают, добиться успеха они не могут. Если и добьются, то это успех будет тактический, который ничего в общем не решает. Теперь тупик. Тупик можно ведь трактовать по-разному. Есть слова, которые имеют очень большое значение. Если мы скажем тупик, то невольно у людей возникает ощущение, что пора воткнуть штык в землю и идти по домам заниматься Как своими все делами. пропало. Ну да, можно сказать по-другому. Значит, сложилось равенство боевых возможностей вооруженных сил Украины и российской армии. Это ведь тоже правда, так ведь? Если ни та, ни другая сторона не могут добиться успеха, это значит, что их боевые потенциалы, ну, одинаковые или примерно одинаковые. При этом тут есть еще один момент, который я не могу не упомянуть, а именно, если мы посмотрим на объективные данные некоторых западных аналитических центров на потерю, которые подсчитывают потерю техники, вооружений той и другой стороны, то мы увидим, что потери российских войск примерно в 2,5 по разным, значит, там, по разным видам вооружения от 2,5 до 3 раз больше, чем потери вооруженных сил Украины. Это известные данные, которые, ну, известные, кстати говоря, специалистам прежде всего. В прессу они попадают немножко реже, чем другие. Но, тем не менее, это те потери, которые зафиксированы и подтверждены спутниковыми снимками, там, разного рода другими объективными материалами. Это не значит, что все потери подтверждены. Это подтверждаются все потери, подтверждается большая часть, мы не знаем точно сколько, но, допустим, 80%, 85%, когда речь идет о потери техники. Но важно другое, важно, что эти данные, то есть данные, подтвержденные объективными материалами, как то спутниковые фотографии, видео и так далее, и с той, и с другой стороны подтверждается примерно одинаковая доля потерь. То есть, грубо говоря, трудно предположить, что, скажем, российские потери, то есть те фотографии, полученные со спутников, когда видно уничтоженные или поврежденные танки и так далее, что российские танки подтверждаются чаще, чем украинские. Нет, и то, и другая сторона фиксируют, то есть потери и той, и другой стороны фиксируются примерно в одинаковом соотношении. То есть, если мы обращаем внимание не на абсолютные цифры, они могут быть меньше, чем реальные потери, а на соотношение потерь Украины и России, то эти данные достаточно объективные, достаточно полные. Грубо говоря, потери России в 2,5-3 раза больше, чем потери Украины. А это означает, что по качеству и военного командования, и личного состава, по качеству управления, по боевым способностям, украинская армия превосходит армию России. Если мы говорим о равенстве боевых возможностей, при том, что потери Украины гораздо меньше, чем потери России, 2,5-3 раза, это значит, что вооруженные силы Украины воюют лучше, ибо они с меньшими потерями добились вот того самого равенства боевых возможностей. В какой мере я смог, так сказать, более или менее вразумительно изложить эту мысль, не знаю, но думаю, что, в общем, это, ну, должно быть понятно. Если непонятно, я готов еще раз попытаться объяснить свою точку зрения. Так вот, если сложилось
вот то самое равенство боевых возможностей, значит, на фронте есть три варианта дальнейшего развития событий. Первое. Украина получает от Запада те самые вооружения, которые просят, которые обозначил Залужный, и тогда возникает возможность выхода из этого тупика в пользу Украины. Вторая альтернатива – это та самая длительная война на истощение, которую Россия, по мнению Залужного, может выиграть. И третье – это остановка боевых действий и некая передышка, которая нужна и России, и Украине. И Украине может быть больше, чем России. Вот, собственно, других вариантов нет. Вот, значит, сегодня выбор должен быть сделан, не знаю кем, Господом Богом или там, политическими лидерами той и другой стороны, политическими лидерами Запада. Вот должен быть сделан выбор в пользу того или вот одной из этих трех возможностей. Но четвертый, по-моему, в общем, я не вижу пока. Вот это та объективная реальность, которую написал Залужный, и которая требует какого-то ответа. Другое дело, что в Украине, и вот тут, поскольку этот вопрос обсуждается открыто и очень остро и очень жестко, в Украине это воспринимают по-разному. Это мы тоже знаем. Мы знаем, что люди из офиса президента Зеленского, в общем, достаточно ясно было сказано, что вообще-то не надо Залужному говорить такие вещи. Потому что это ни к чему. Одновременно мы знаем о том, что на Западе появились целая серия статей. Это не только статья Шустера в Тайме, это и масса, много других. Обеспечительная компания отметилась. Да. Которые, в общем, говорят о том, что ничего нового в этом нет. Что да, раз тупик, значит, нужны переговоры. Переговоры, естественно, предполагают некие компромиссы. И на эти компромиссы должен соглашаться Киев. А Киев в лице президента Зеленского говорит, что да, мы готовы к переговорам, но на наших условиях, на условиях полного вывода российских войск и так далее и тому подобное. И в этом тоже нет ничего нового. И в этом тоже нет ничего нового, понимаете? Вот такая ситуация, в которой мы уже не то чтобы оказались, а которую мы начинаем осознавать. Есть, конечно, масса разговоров российских, очень уважаемых людей, оппозиционных, на вот какова роль прессы, как пресса может или не может навязывать некие решения, а что за этим стоит. Я думаю, что это какова журналистская этика. Я думаю, что это вопросы важные, но они, в общем, имеют отношение прежде всего к профессиональному сообществу журналистов. Но не надо, я бы не стал вот такого рода разговорами или обсуждением такого рода проблем уходить от ключевой проблемы. Да, равенство боевых возможностей, три альтернативы, и дальше вот вопрос выбора. Большое спасибо за очень детальный, в общем-то, я думаю, абсолютно понятный, слушал абсолютно понятный ответ и расклад ситуации. Ну, конечно же, у меня я тут, я, говорит, зла не помню, я записываю. То же самое, я вопросов не помню, я записываю. Я тут записывал, значит, ну, во-первых, понятно, если мы говорим о раскладе, о равенстве боевых возможностей, это же
Не то, что вот у этих 10 солдат, у этих 10 солдат, у этих 5 пушек, у этих 5 пушек. То есть это разное равенство. И люди оружие, то есть соотношение люди оружия, понятно, что у одних одного ресурса больше, у других другого ресурса больше. И, наверное, логический вывод из этой статьи следует, что, ребят, если есть равенство боевых возможностей, то давайте сделаем таким образом, чтобы это равенство было нарушено в пользу, соответственно, украинской стороны. Почему же никто не делает этого? Или кто-то все-таки должен сделать его? То есть на что направлена статья заложена? Статья Залужного, как я понимаю, адресована западным политическим лидерам и адресована аудитории в Украине, обществу Украины. Западному политическому истеблишменту Залужный говорит, если вы не дадите нам вот то-то, то-то и то-то, значит, тогда будьте готовы, что война будет тупик, будет продолжаться вот эта бессмысленная война. Вы этого хотите или не хотите? Вот только вы, значит, дайте какой-то конкретный ответ. А мы уже будем тогда принимать свои решения. Во всяком случае, я так понимаю, вот месседж Залужного, обращенного к Западу. Месседж Залужного, обращенный к обществу Украины, выглядит немножко иначе. Он выглядит следующим образом. Ребята, значит, 70% респондентов, 60, где-то от 65 до 75 по опросам общественного мнения, сделанных в Украине разными центрами, вы готовы продолжать войну. Вы не готовы к территориальным уступкам. Ну вот тогда будьте готовы к тому, что война будет долгой, война будет очень тяжелой, и сколько она продлится, мы не знаем. Будьте готовы к тому, что, значит, нужна будет мобилизация, потери будут достаточно серьезными, и шансов на успех, поскольку у России потенциал больше, шансов на успех будет не очень много. Это уже вопрос выбора общества Украины. Вот в этом, и как я вижу, в этом смысл этих статей. А вы уж, дорогие соотечественники, скажите, чего вы хотите, понимая последствия, понимая ситуацию. Почему это важно? Ну, давайте опять же называть вещи своими именами. До последних, недель, до начала осени, в Украине доминировали очень оптимистические оценки того, что да, вот наступление, контрнаступление, да, мы весной говорили о том, что мы выйдем на побережье Азовского моря и так далее и тому подобное. Но все это хорошо, мы это хорошо помним. Но не получилось. Вот это болезненный шок для меня тоже, я думаю, для всех людей, которые выступают на стороне Украины. Это неприятная новость, но такова реальность, о которой говорит главнокомандующий ВСУ. Понятно. И вот тут, знаете, вот очень важный момент, который сейчас я сразу зацепил, это роль прессы. Роль даже, ну, пресс это, скажем так, немного старорежимное слово, скорее роль массовых коммуникаций и коммуникаторов. В этом плане у меня сложилось, честно говоря, из того, что было и что есть, такое впечатление, что вообще этот тезис о том, что мы вот сейчас всех победим,
Он был вообще заброшен, он мог быть заброшен, потому что вот-вот сейчас готовится такое наступление, ну, такого наступления просто не видели никогда в жизни. И вот сейчас, как оно так, это было же где-то с июня-июля начали вбрасывать эту тему. И фактически, почему еще было такое, ну, скажем так, мягко говоря, разочарование? Что-то общимся. Потому что начали, убедили очень много народа, и даже те, которые знали, что это не так внутри, где-то в глубине души, а вдруг надеялись, что вот сейчас будет Харьковская, Херсонская операция вместе взятые, причем за 3 дня. И когда этого не получилось, понятно, что они вновь. А сейчас о роли массовых коммуникаций. Вот могло ли это получиться случайно? А если это получилось случайно, то как вот от таких вещей, как такие вещи себя оградить и избежать? И оградить публику. На мой взгляд, ситуация была ведь вот какая. Есть ожидание массового сознания. Экспектации, если говорить научным языком, да, вот эти экспектации, они были понятны, они были очевидны совершенно, и я бы сказал, совершенно закономерны. Мы хотим победы, мы хотим победы в Украине, мы хотим наказания тех людей, которые развязали эту чудовищную агрессию и так далее и тому подобное. Понятно, понятно. Средства массовой информации или коммуникации. Я сейчас не хочу останавливаться на вопросе о политической ангажированности. Она тоже имела место, но не в этом дело. Она всегда имеет место, когда речь идет о таких серьезных вещах, в большей или меньшей степени, но с точки зрения вот теории коммуникации, если вы, коммуникатор, рассказываете людям то, что они хотят услышать, это пользуется, конечно, гораздо большим успехом, чем если вы рассказываете людям то, что они не хотят услышать. Этим пользуются, кстати говоря, достаточно хорошо, достаточно, я бы сказал, успешно пользуются некоторые люди, рассказывающие о том, что Путин вот-вот умрет, то ли умер, то ли Уже умрет, умер в холодильнике. уже умер, похоронен, двойник. Аудитория понимает, что это, ну, мягко говоря, не соответствует действительности, но это то, чего очень хочется. Я прошу прощения, вы знаете, я слышал от очень серьезных людей такую фразу, а я верю. Ну да, а я верю. Верю, потому что хочется. Ну, не хочу приводить эту замечательную фразу Тертуллиана, верю, ибо абсурдно. Была такая. Да? Да, но там имелась в виду другая вера. Ну, Немножко. там другая вера. Но там-то смысл был другой. Если нечто выглядит абсурдным, то остается только верить. Ну, не будем о Тертуллиане, отдельный разговор. Тем более, что я не бог весть, как хорошо знаю его точку зрения. Так вот, но вернемся к тому. Есть вещи, которые очень хочется, в которые очень хочется поверить, люди верят, и поэтому воспринимают эти сообщения, которые идут от коммуникатора, от источника информации, воспринимают на ура то, что им нравится, то, что им хочется, и подсознательно или сознательно отторгают от себя то, что не соответствует желаниям и ожиданиям. Вот тут все понятно, как мне кажется. Очень хотелось моим друзьям, да и вообще всем жителям Украины, всем гражданам Украины очень хотелось победы. Ну, об этом мы говорили, да, будет победа. Люди в это верили. Сейчас происходит очень болезненный процесс, как я понимаю, осознание того, что да, эта победа будет, но она, видимо, будет очень не скоро. Очень, это вопрос другой, сколько там, год, два, три.
я не берусь судить. Вот, но опять же давайте вернемся уже к реальности. А реальность такова. Залужный военный. Военные ориентируются на некие объективные показатели. Мобилизационный потенциал России, там, скажем, 2 миллиона человек можно поставить под ружье. Есть производственные мощности, там, производство снарядов 2 миллиона в год. Много это или мало? Это мало, кстати говоря, для России. Такое-то количество танков, пушек, пулеметов и так далее и тому подобное. Вот если исходить из этого, то тогда, да, действительно, длительная война, она будет для Украины неблагоприятной. Но есть и другая сторона дела, на которую военные не могут обращать внимание, потому что они исходят, ну, любой военный, это военная логика, он исходит из наихудшего варианта развития событий. Он не может ориентироваться на лучший, на, так сказать, иной вариант. Значит, а готова ли Россия политически к длительной войне, в которой у России нет шансов на победу? Потому что когда трактуют статью Залужного или же статью Шустера с его оценками того, что происходит в высших кругах руководства Украины, а хорошо, а Россия готова? Вот есть тупик. Тупик – это двусторонняя вещь. Это не значит, что Украина не только означает, что Украина не может удержать победу в ближайшее время, но и Россия не может удержать победу. А вот тут мы сталкиваемся с другой стороной этого дела. А если смотреть на это с российского угла, то Россия потерпела поражение. Вот я говорю не потому, что это пропаганда, потому что это некий пропагандистский тезис, но просто Относительно исхожу реальности. из классической формулы Клаузевица. Война есть политика, которую делают другими средствами. Примерно так. А политические цели войны в России были поставлены предельно ясно в начале этой войны. Значит, Украина оказывается то ли аннексирована полностью Россией, то ли полностью находится под контролем России, и российские войска выходят на плацдармы для наступления на Польшу, там, на страны Балтии, куда угодно. И дальше вот с этих позиций Россия начинает диктовать Западу свои условия. Вот таковы были политические цели. Собственно, в общем, когда Путин и его дипломаты осенью 21-го года, значит, выдвигали вот эти ультиматумы Западу, вот об этом шла речь. Значит, эти цели не достигнуты и достигнуты быть не могут. А раз так, ну тогда и политический истеблишмент, бюрократия и прочие должны ответить себе на вопрос. Если война бессмысленна с точки зрения этих целей, то какие цели мы ставим? А какие цели можно поставить? Ну хорошо, ну будет длительная война. Украине будет помогать Запад, это тоже очевидно. А дальше? А дальше Россия, в общем, проиграла, потому что НАТО, это коварная, злобная НАТО, полностью уже подходит к границам России. Польша наращивает, в 2 раза увеличивает армию, Финляндия вступила в НАТО, ну и так далее, и тому подобное. И тогда вопрос, а что мы, ради чего Россия будет воевать? Ради того, чтобы Путин остался у власти, потому что, ну да, понятно, что есть Путин, есть какая-то группа около него, для которых прекращение войны означает, что означает? Означает, что они должны ответить на вопрос, зачем вы это развязали, у вас не получилось, и теперь кто будет отвечать за последствия?
Но это опять-таки неизбежный вопрос, который возникает у очень многих в России. Не может не возникать. Одни говорят, ну хорошо, ответы на него разные. Одни говорят, да, нужно прекращать войну. Другие говорят, да, нужно прекращать войну, но при этом значит, закрыть страну, нарастить, восстановить армию. И с новыми силами через несколько лет бросится опять в атаку на Запад. Ну, да, такой ответ тоже есть. Хотя я думаю, что это абсолютно бесперспективная линия, потому что, да, Россия может пойти по этому пути, но просто она натолкнется на такое сопротивление Запада, с которым уже справиться не сможет точно совершенно. Конечно, не справилась с Украиной, в общем. То есть, понимаете, мы опять возникаем, обращаемся к этому классическому вопросу, что такое стакан, наполовину полон или наполовину пуст? Ну да, конечно же, мы обращаемся к этому вопросу, и каждый за него отвечает по-своему, но с другой стороны, да, это все правильно, хотя у России цели-то в войне поменялись. Вот А какие цели сейчас? сейчас самосохранится режим, когда мы говорим Россия, Россия сегодня это Путин. Это путинский режим, не персоналист, как Путин. Это режим, который сейчас находится во власти, и те властные элиты, которые находятся во власти. У них была цель, соответственно, расширить, путем расширения территории, повысить свой международный авторитет и авторитет среди крутых пацанов. Этой цели они не достигли. Потом они поняли, что ну, всем стало очевидно, что вообще может стоять вопрос об их физическом существовании. И сейчас у них цель, ну, в общем-то, если не вернуть статус-кво, то как минимум заморозить те процессы, которые есть. Для этого нужно как бы перемирие. И вот он разговоры о мирном договоре, о мирных переговорах и о перемирии и так далее. Насколько они перспективны? Вот это и есть цель России. Если сходить, что сегодня цель России именно вот эта. Так вот, конечно, сейчас цель сохранения, но только, опять же, давайте различать. Сохранение Путина – это одна цель. Путина и его некоторых вот этих клевретов. Системы, Или да. сохранение режима. А это не одно и то же. Для сохранения режима в определенных условиях авторитарные режимы должны менять лидеров. Лидер завел ситуацию в тупик, которая грозит существованию режима. Вот во имя сохранения режима можно поменять лидера. Такие же вещи тоже как-то напрашиваются, правда? Давайте мы поменяем Путина, потому что для Путина понятно, значит, признание поражения или не признание того, что цель не достигнута, это означает признание собственного банкротства со всеми вытекающими из этого последствиями. Но для режима как такового, для режима в целом, для сохранения правящей прослойки, правящего класса, сохранение Путина не есть условие сохранения режима, скорее наоборот. И именно поэтому разного рода истерики в России говорят, не будет Путина, не будет России. На самом деле тут вопрос далеко не так прост. Потому что есть один ответ. Давайте сплотимся вокруг вождя, потому что вождь знает, как решить эту проблему. Есть такое? Да, есть. Это один ответ, а другой ответ вождь не понимает, как решать проблему, которая грозит, ну, крупными неприятностями для режима. И вот здесь это альтернатива, которая стоит перед российским правящим классом. Вот. Кто принимает решение об этой альтернативе? Вот о чем мы говорим. Кто принимает решение конкретно? Ведь принимает решение конкретно узкий круг, сам Путин или правящий класс в целом? Да кто его знает?
Ведь история же о чем говорит? Вот аналогичная была ситуация где-то в начале 60-х годов. Был Никита Сергеевич Хрущев, который тоже завел ситуацию в тупик, в том числе развязав, кстати говоря, Карибский кризис вместе с маршалом Малиновским. И тогда, через какое-то время, Политбюро, в общем, ну, это там разного рода интересные истории вокруг этого существуют. Но, тем не менее, вот какой-то части правящего класса тогда, правящий класс тогда это был партийный аппарат в основном, значит, партийный аппарат пришел к выводу о том, что Никита Сергеевич слишком увлекается, слишком неосторожно себя ведет и принимает немало глупых решений, которые не согласованы с партийным аппаратом. Ну и результат он был достаточно понятен. И военные сказали, да, вот неправильно ведет себя товарищ Хрущев. Ну, времена вегетарианские. Товарища Хрущева отправили на дачу в Петрово Дальнее, где он там и выращивал клубнику, я не помню, что еще. Да, и был. Но Хрущев, кстати, это его слова. Вот, говорит, ко всем все, говорит, приедается. И баба, говорит, и даже водка. Вот власть – это то, чем не может наесться до конца. И даже водка – это прекрасно. Ну, каждому свое, у каждого свои критерии. Да. Проблема в другом, в России нет политбюро. Так и его нет. Нет. Политбюро имело право назначать и снимать генерального секретаря. Оно этим воспользовалось. А, в смысле формального политбюро нет. Не только формального, фактического, потому что решение Политбюро и решение ЦК КПСС Нет, Центрального я имею в виду, в комитета. России сейчас нет формального А политбюро. сейчас нету. Понимаете, вот кто может принять решение о том, что Путин заигрался, ему пора уйти в отставку? Как то? Нет. Многонациональный народ Российской Федерации. Многонациональный народ Российской Федерации спокойно, значит, безмолвствует, как Борис. писал Пушкин. Ну, просто пьет водку, значит, зарабатывает деньги, кто как может. Вопрос, ну, у каждого свои какие-то выходы из этой ситуации. Но тем не менее, да, нету. Вот эта мудрость, я бы сказал, тех людей, которые создавали механизм политического режима в России, отсутствие механизма снятия и назначения лидера. Ну нет. Совет Безопасности России – это консультативный орган, он не может принять такое решение. Ну, а парламент, который теоретически может отправить там, инициировать процедуру импичмента, ну, мы же с вами понимаем, что это такое. Это же не только Россия, это все 10 республик. Пославка, почему 10 я говорю? Потому что минус три Балтия и, ну, Украина, Молдова. Остальные все 10 республик, там нет механизмов снятия лидера. Да, можно говорить, что в Грузии выборы, там в Беларуси даже выборы. Нет, Но в не общем, Грузия, есть выборы, скажите. в Грузии есть выборы, конечно, есть выборы в Грузии, но у нас любая смена власти путем выборов – это все равно электоральная революция. Да? То есть в Украине не совсем, в Украине вот это было, вот оно было на грани электоральной революции. У нас однозначно. А в остальных странах
я прошу прощения, начиная с Армении, заканчивая Таджикистаном, выборов никогда еще не было. То есть выбирали партию власти. Выбирали партию власти, да. А у нас один раз была электоральная революция, но это тоже не было. Выборы – это когда кто-то может проиграть. У нас власть не может проиграть. Из-за слабости оппозиции, из-за чего это? Куча вопросов. Так вот, и нету механизма. Хотя в Грузии есть один плюс. В Грузии формальный лидер. Нет, мы знаете, сколько премьер-министров мы сменили за это время? 5 премьер-министров. Руководитель страны 5 раз менялся. Ну, вот это уже мало что. Уже знаю. В итоге, в сухом остатке, главный момент, я вчера об этом писал, главный момент, вот мы сказали о передышке, и то, что передышке нуждается, ну, Россия само собой, и Украина очень нуждается, тоже само собой. А в чем проблема Украины, почему Украина так нуждается в передышке сейчас? Это вооружение, это морально-психологический фактор, это фактор человеческого ресурса и эффективного менеджмента человеческих ресурсов, или это все вместе? Это все вместе, естественно. Ну а по Это все приоритетам? вместе, плюс необходимость делать выводы из опыта летней, осенней, ну, формально так, скажем, летней, осенней кампании этого года. Там тоже ведь было не все так просто, и, скорее всего, были свои причины, почему не удалось решить хотя бы частичную задачу, которая на самом деле очень важная, взять Такмак. Это принципиально. Но об этом мы Вы об много этом раз говорили говорили. постоянно, и наши зрители об этом Да. очень хорошо знают. Да, и расстояние это, в общем, от Такмака до нынешней вот линии соприкосновения, линии фронта, ну, от центра Такмака 20 километров. Не так много. И кое-что было, кое-какой плацдарм создан, вооруженные силы Украины прошли, но тем не менее остановились. И вопрос, почему? Но на этот вопрос ответа у меня нет. Значит, этот Залужный знает лучше, почему. Да и это понятно. Но в общем, какие-то причины для этого были. А все остальное, да, значит, нужно вооружение, нужно подготовить личный состав, нужно убедить людей, что, в общем, война – это необходимость, печальная необходимость, но иного, в общем, иной вариант – это очень тяжелые политические последствия, возможно, потеря суверенитета там, или уж территориальные потери, по-разному. Тут дальнейшее развитие событий может идти по разным траекториям, но тем не менее, в общем, есть проблема восстановления боевого настроя общества, которое было, да, в первые недели, в первые месяцы войны, все как один готовы, значит, вступить в армию и воевать. Ну вот восстановить этот настрой тоже очень важно. Ну, в общем, много проблем. И я не берусь отвечать, как это сделать. Но понятно, что эти проблемы есть, и с этими проблемами нужно искать решение этих проблем. И делать это может никто за Украину, никаких решений этих проблем дать не может. Ну, кроме вооружений. Вооружения, да, дадут, наверное. При том понимании, что они будут использоваться надлежащим образом. И что касается формы передышки, кстати, вот другая тема, которую, ну, мы, наверное, сегодня уже и
Может быть, мы по касательной все-таки сможем дотронуть. Фидан встречался с министром иностранных дел Турции, встречался с Блинкеном, госсекретарем. Блинкен приехал к нему, и там они использовали следующее. Вместо прекращения огня слово «пауза». Там, вместо там, бегства и изгнания, эвакуация. Вот если мы говорим о паузе в боевых действиях, так ли необходимо ее формализовывать в каком-то формате мирных переговоров? Или все-таки возможно, скажем так, управляемая пауза? Ну, например, Украина, значит, переходит к активной обороне и, соответственно, ну, не наступает до тех пор, пока не приезжают. Сколько нужно атакам, сколько нужно F-16, сколько нужно всего остального? Или нужно все-таки вот бумага? Нет, ну бумага ничего не решает. Есть два варианта. Первый вариант, вы их обозначили. Первый вариант это, ну, есть некая договоренность о том, между, там, ну, фактически между Украиной и Россией, что мы прекращаем огонь с двух сторон, естественно. И остаемся вот на этих позициях, на которых мы находимся, и дальше решаем, каждая из сторон решает свои проблемы. Такое возможно? Возможно. При этом, конечно, можно сказать, но ну мы вот начнем переговоры прямые, косвенные, там, через посредников или каким-то иным образом о более там, условиях перемирия, условиях урегулирования. Переговоры можно вести до сколько угодно, до конца света. Никто, в общем, все будут довольны. Вот идут какие-то переговоры. Там, помнится, когда, конец, была завершена война во Вьетнаме, завершались переговоры в Париже между, значит, через посредников. Посредником, по-моему, был Киссинджер. В том числе они велись там 2 или 3 года парижские переговоры, которые кончились некой договоренностью, которую потом Северный Вьетнам тут же нарушил. Но американцы вывели войска, получили возможность вывели. Значит, и сейчас переговоры могут длиться сколько угодно. Никто Все будут довольны о том, что идут переговоры, интенсивность боевых действий, значит, гораздо меньше, людей меньше гибнет. Украина, как я понимаю, Украина может использовать эту передышку для того, чтобы накопить вооружение, создать профессиональную армию. Сейчас, кстати, опубликовано пару дней назад в Украине было опубликовано программа комплектования армии, концепция комплектования армии. Ну, фактически речь идет о создании Контрактный. профессиональной армии контрактной, плюс военное обучение всего, ну, значительной части призывного контингента. Очень грамотная, кстати говоря, идея, на мой взгляд. Но это другой вопрос. Значит, Украина получает передышку, получает возможность решать свои проблемы. Россия тут сложнее, потому как очень много зависит от позиции Запада. Будут сохранены санкции, не будут. Будет Запад выстраивать систему сдерживания России или не будет устраивать, это вопрос другой. Но Украина получает возможность решать свои проблемы, в том числе проблемы создания, воссоздания армии, укрепления армии и так далее. Можно пойти по другому пути, просто вот зарыться в землю. Вот есть линия соприкосновения, мы будем, одни русские будут строить на своей стороне какие-то бетонные укрепления, мы будем строить со своей стороны. И тогда, в общем, ну, потери все равно будут. И само собой. Но война будет вот той самой позиционной войной,
Ну, при этом вопрос, ну, опять мы возвращаемся к тому, готова ли Россия к позиционной войне. Понимаете, в чем дело? Очень часто, я все понимаю, я понимаю прекрасно, что у Украины очень много зависимых факторов, что называется. Украина там кто-то победил на Западе, кто-то не победил, кто-то устал, кто-то не устал и так далее. До этого было это информационное давление, кстати. Об этом тоже хотел спросить, это хорошо или плохо, то, что сейчас с информационных повестки так сошла Украина. Но почему все так боятся позиционной борьбы, почему все так позиционной войны, то есть войны, где не нужно тратить большие, ну я прошу прощения, тут чуть ли не цинично говорю, большие людские ресурсы. Войны, где, в общем-то, стороны встали и после определенной паузы готовятся к решающей схватке. Это как минимум честнее, чем... А есть одна проблема. Есть проблема бомбардировок ракетных ударов России по инфраструктуре, по бортам, по электростанциям, ну и так далее. Тяжелая проблема. Несомненно, тогда следует Это просто... не просто война вот на линии фронта, где стороны там закопались в землю, а тут еще есть удары по инфраструктуре. Но у Украины тоже есть возможность бить по Севастополю, бить по там, Донецку, Луганску и так далее. А, собственно, если в Украине будут созданы, а они создаются свои собственные средства доставки, ну тогда свои собственные ракеты, ну тогда это может... Война может приобрести некий симметричный характер. Вы по Киеву, а мы, значит, и по Москве можем. Долететь может до Москвы. Да, но, насколько я понимаю, в России не очень-то боятся симметричного характера войны. То есть, ну, в Москву прилетит, Воронеж так вообще бомбить Воронеж это Святое дело. то есть, это поэтому не очень-то и боятся. А вот то, что в информационном плане отвлекла украинской тематики, мировые СМИ отвлеклись. Действительно, когда я куда ни зайду, раньше была Украина, сейчас Израиль, это естественно. А это хорошо или плохо? Или это и хорошо, и плохо одновременно? Я думаю, что это и хорошо, и плохо. А тут есть еще один момент. Видите, все-таки я так понимаю, что Хамас проигрывает и проиграет. Деваться тут Не, ну некуда Хамас то, нам. что проиграет, в военном отношении это понятно, но в других-то. А вот, понимаете, но Хамас это союзник России, или Россия союзник Хамаса. Значит, проигрыш Хамаса – это очередной проигрыш России. Не, это не катастрофа для России, но это, в общем, болезненный удар, потому что, как я понимаю, в Москве связывались определенные надежды с этой вылазкой Хамаса. Была она санкционирована, не была, это я не знаю, но, в общем, готовились-то, видимо, в Хамасе, видимо, все-таки какое-то понимание того, что Хамас собирается делать в Москве было, и его не остановили. И по целому ряду, значит, причин Хамас проигрывает, и проигрывает, соответственно, Москва. Не очень сильно, но болезненно для Москвы. И что, ну, проиграет Хамас и проиграет, то есть проиграет в военном отношении. Хамас и должен проиграть в военном отношении, так это было придумано, задумано изначально. И что? Ну, во-первых, в результате, как я понимаю, достаточно нелепой политики Москвы, Россия испортила очень сильно отношения с Израилем. Это раз. Во-вторых, Россия теряет лицо, мой союзник, мой, так сказать, прокси, там как угодно можно его называть, он потерпел поражение, а
Соответственно, с точки зрения, по крайней мере, ближневосточной элит, те, кто терпит поражение, ну, они слабые, ну, а раз слабые, значит, что с ними считаться? Считаться нужно с тем, кто сильный. Может быть и так. Да, скорее всего, так оно и есть. Ну что, так или иначе, мы прошлись. Я надеюсь, что наши зрители, это сказать, поняли. Ну, Да мы сами не очень понимаем, мы ну, сами я, не по очень крайней мере. понимаем, то есть получили общую картину такими мазками. Ну а дальше посмотрим, что называется, будем посмотреть. Но я уверен, что все получится, все будет нормально. Это так, чисто оптимист. Это правильно. Огромное спасибо за очень-очень интересно. Спасибо вам. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.